И всем привет, с вами я, Роман Убрал. И сегодня мы снимаем видео, как построить тыкву Майнкрафт. Ну или как вырезать тыкву на Хэллоуин Майнкрафт. Так, он снимает мир тыквы на Хэллоуин. Достаем. И заходим. Так. В чем суть данного видео? Мы легко и быстро построим красивую тыкву в Майнкрафте на Хэллоуин. Этим можно украсить сервер, этим можно украсить какую-нибудь карту, в принципе, что угодно, какой угодно мир, в принципе, будет красиво. Так, и, конечно, можно построить просто кубик из тыкв, но это будет очень долго, поэтому лучше воспользоваться командой. Какой именно командой? Я буду пользоваться командой Fill. Черточку ставим. Пишем Fill. Дальше. Две волнистые черточки. 10, думаю, хватит. 10 и 10. И пишем нашу тыкву, то есть памкин. Пумпкин. Ну что, давай пишем быстрее. И ну. Все. Теперь вылазим из текстур. Вот. И вот наша большая кубическая тыква. Теперь начинаем строить. Сделаем, наверное, тут глаза. Ну, или какое-то их подобие хотя бы. Ну, как-то вот так. И сделаем рот. Вот какой-то... Главное, чтобы он был симметричный. Не то получится не очень красиво. Так... Угу. Ну, вроде рот получается. Так, делаем дальше, дальше. Угу. Вот, ну, в принципе, рот получился красивый. Ну, что-то все равно не такой. Ну-ка, секунду. И да, все. Значит, ну, немножко по-другому сделаем этот рот у тыквы. Может, такая она какая-то, ну, неестественная, что ли. Слобная улыбка. Нет, зачем я это сделал? Нет, не так, не так. Вот. В принципе, выглядит достаточно реалистично. Теперь нам понадобится выстрелить в ней дырки. Во всех вырезах. Ну, вырезаем дальше на два блока. Чтобы у нас получилось три блока глубины. И получается, туда нам будет кое-что положить. Так, вырезаем все. Угу. Так, все. Вырезали дальше. Берем из инвентаря, ну мы же в креативе. Хотя можно и в выживании. Нам нужны блоки красного камня. Нам нужны лампы. Из красного камня. И еще нам нужен черная шерсть, ну или знамя, ну или флаги. Нам нужно черное. Итак, ставим на конец красный камень, потом редстоун лампы, и потом черную шерсть. И так проделываем со всеми отверстиями. Так, сюда 3. 3 и 3 шерсти. Сюда 5 и 5 шерсти. Так, что это? Не то, не нужно. Так. И 5 шерсти. И также делаем с двумя глазами. 4 красного камня, 4 лампы, 4 шерсти. И тут тоже 4. Нет, шерсть куда? 4 красного камня, 4 лампы и 4 шерсти.
Теперь включаем полночь. Это у нас делается командой Time Set Midnight. Ой, зачем нам восход? Нам нужно время полночь. Вот. Угу. Нет, так оно не светится. Значит, сейчас мы заменим черную шерсть на знамена. И тогда все должно заработать. Так. Угу. Черную шерсть. Так даже лучше будет смотреться. Так, сейчас, секунду. Она получается. Нет, вот тут этого не надо. Вот так поставили. Получается, тут ставим, ну, как бы целые, ну, половинки знамен. И тут ставим вот так. Дальше тут ставим тоже два знамени. И тут тоже ставим два знамени. Ну, вот у нас получилось. Наша тыква, и, в принципе, выглядит она неплохо. Если меньше, можно даже сделать какое-то подобие светильника. А с вами был Роман Управус, и всем пока.